вами очередной обзор видео недели. В очередной игре на выезде футбольный клуб «Калуга» не смог одолеть подольский «Витязь». Но зато болельщики обеих команд порадовались обилию голов. Матч закончился со счетом 2-2. Причем все мячи забили во втором тайме. В народных новостях наш читатель АСК опубликовал видео, как горят склады на Северном. Увы, не обошлось и без аварий. Одна из них даже попала в программу ЧП на канале НТВ. А 25 октября наш корреспондент снял аварию под Обнинском. К счастью, в ней никто не пострадал. На канале Дмитрия Романова на Ютубе появилась запись с видеорегистратором, на котором хорошо видно, как 27 октября автомобиль Mitsubishi несется по улице Чичерина и на перекрестке с Билибина на зебре сбивает бабушку.